Павел. Прохор. И Герасим. Три искусных маляра. А мы с душою школу красим, подбираем колера. Лей, клей, шелей, двигай кисти да веселей. По три раза купоросим. Купоросим вот толки. Чтоб у нас по всем вопросам дети были занадальки. По три раза купоросим. Чтоб ребята, если спросим, сколько будет? 6 и 8. Отвечали? 48. Чтоб вы знали по программе, сколько граммов в килограмме, где лежит пустыня Гоби, как делить и множить дроби, и в каком году Кутузов из России гнал французов. Лей, клей, конечно, лей, двигай кистью на веселье. Здравствуйте, Гаврил Иванович. Здравствуй, Федя Зайцев. В этом году ты у нас первый ученик. А почему же я первый? А то как же. Кроме тебя никого еще нет. Ты изо всех учеников самый первый пришел. Вот оно и выходит. Первый ученик. Это здорово! Вот я каков, я первый из учеников. Пускай не по предметам, но дело ведь не в этом. Теперь могу я вообще совсем не трогать книг. Я первый ум, я первый чек, я первый ученик. Точка ставится всегда в конце предложения. Перед «но» и «а» всегда ставится запятая. Точка, точка, запятая. Точка, точка, запятая. Минус, рожица кривая. Палка, палка, огуречек. Вот ты вышел, человечек. Что я наделал? Везде чисто, а я намазал. Здравствуй, Федя! Здорово, Рыжик! Здравствуйте, дети! Садитесь. Поздравляю вас, ребята, с началом нового учебного года. Спасибо! Вы обратили внимание, ребята, какой красавицей стала наша школа? Смотрите, как светло и чисто стало у нас в классе. Посмотрите на эти стены. О! Кто это сделал? Дети, тот, кто нарисовал этого человечка, пока что заморал только стенку. Но пусть он имеет в виду, если у него не хватит мужества сознаться, он заморает честь всего класса. Кто это сделал? Попрошу всех поднять руки. Значит, это ты сделал, Капитонов? Николай Николаевич, я вовсе даже. Вот честная пионерская. Да разве я? Посмотри на свою ладонь. Ой. Стыдно, Капитонов. Передай своему папе, что я прошу его завтра прийти в школу. А ты что? Я ничего.
признался. Ну и ладно. С ума сошла! А мне не спать ночью, самое удовольствие. Тимур и его команда. Интересная книжка. Ребята говорили, очень интересная книжка. Сейчас почитаем. Эту книгу Гайдар писал не для тебя, мальчик. А я не очень нуждаюсь в этой книжке, подумаешь. У меня вон их сколько. Подумаешь, не для меня писал. Гайдар все-таки детский писатель, а это вот опять Чехов классик для взрослых. Ура! Тупо, каштанка, тупо! Будь бы еще живая, а то картинка окусается. И что это они на меня накинулись? Играть-то лучше, чем читать. Лжец, лжец, лжец. Очень захочу, буду с матрешкой играть. Не подходи, не прикасайся ко мне. Ты обманул учителя и подвел своего товарища. Стыд и позор! Смотрите, и это меня учит. Вот попробуй, скажи еще одно слово. Я разделаюсь с тобой по-своему. Федя, послушай меня. Я знаю тебя с трехлетнего возраста. Дурного я тебе не посоветую. Обещай мне, что завтра же утром ты во всем сознаешься. И не подумаю даже. Но значит, ты трус. Вот как? Трус! Трус! Слева от тебя! Да, да, да! Трус! Слева от тебя! Со мной так легко не расправиться. А правда, так и знаю.
видел я. Нет, так нельзя. Мне следует вмешаться. Я знаю, кто меня нарисовал. Мне нелегко, конечно, согласиться с учителем, что эта вот стена испорчена была моей фигурой. Наоборот, сказал бы даже я, здесь без меня чего-то не хватает. Но все равно, как честный человечек, я не могу не обнаружить правду. Я не могу. Я должен заступиться за Рыжика и к Зайцеву явиться немедленно и убедить его не клеветать на друга своего. Кто тут стучал? Не вижу никого я. Тут и пойми. Паркет трещит, должно быть. А, вот я бы за уши как следует его. Скажи, пожалуйста, какое озорство. Ведь только-только побелили стенку, а он углем по нежному оттенку. Ученики, а хуже дикарей. Пойду схожу за тряпкой поскорей. Что вижу я? Такой же человечек, но нарисован мелом на доске. Прошу простить, что я вошел без стука. Пожалуйста, входите. Очень рад. Я с просьбой к вам. По экстренному делу я вынужден покинуть 3Б. И чем же я могу быть вам полезен? Я вас прошу на стенке постоять. Там, в 3Б, до моего прихода, где только что меня швейцар заметил. Я так боюсь, что если он опять вернется в класс и вдруг увидит стенку и без меня, то, знаете, Гаврила, он как-никак преклонных лет мужчина, подумает, ну что за чертовщина? Вас выручить я был бы очень рад. Но я блондин, я нарисован мелом. И незаметно, белое на белом. И это все? Других препятствий нет? Прошу за мной, вы станете брюнет. Хотел стереть, а он и сам исчез. Наверное, я не в тот этаж залез. Пускай не вино, а простые чернила сюда по утрам наливает Гаврила. Мы выпьем чернила из этих бокальчиков за чистую совесть у взрослых и мальчиков. Но вот теперь как будто все в порядке. Прошу простить, я очень тороплюсь. Повсюду было, все этажи облазил. И не нашел ни на одной стене, чтоб кто-нибудь чего набезобразил. Наверное, это мне привиделось во сне. И всполошился старый дурачина. Скажи, пожалуйста, ну что за чертовщина? Я на вас чуть-чуть не наступил. Пожалуйста, я к этому привыкла. Прошу простить. Быть может, мой вопрос вас удивит,
Но все-таки вы лошадь или собака? Видите ли, я и само не знаю точно, кто я. Но мальчуган, меня изобразивший, был убежден, что я типичный лев. Что ж, может быть. И судя по тому, что 8 ног вам отпустил художник, должны уметь вы очень быстро бегать. Нельзя ли мне, поскольку я спешу, присесть на вас верхом? Пожалуйста, прошу. Несется, как ветер, скакун восьминогой. Я полон надежды, я полон тревоги. Я верю, предателям зайцев не будет. Я верю, что дети хорошие люди. Я знаю, у зайцева все-таки есть хотя бы в зародыше совесть и честь. Для лошадей проезд, согласно знаку, здесь запрещен. Кружок и голова. Но вы скорее похожи на собаку, которая напоминает льва. О мой скакун, неведомой породы, чем я могу вас отблагодарить? Скажите, что вы предпочли бы? Сахар, ячмень, овес или сырое мясо? Помилуйте, какие пустяки. Федя Зайцев. Ой! Спокойно спишь. Кто ты такой? Я точка, точка, запятая. Я минус рожица кривая. Я палка, палка, огуречек. Да, я тот самый человечек. Я никогда вот эту запятую в чужое дело Федя не совал. Но так нельзя! Я резко протестую. Я знаю, кто меня нарисовал. А я не очень испугался. Мне потому что все равно. Я тут со всеми поругался. Матросов выбросил в окно. Тут, если хочешь знать, матрешка вдруг размяукалась, как кошка. А я линейкой ей как дам и разрубил напополам. Пусть я дрянной, пусть я негодный, пусть я бессовестный совсем. А ты, ужасно благородный, иди и ябедничай всем. Уж я не больно испугаюсь. Я завтра утром сам ознаюсь. Нарисовал я.